Синтезаторы, секвенсоры, процессоры эффектов и драм-машины — так называются электронные инструменты для самых искушенных музыкантов. Поиграть на них, покрутить регуляторы, чтобы найти свой собственный звук, смог каждый на интерактивной выставке форума. С теми, кому не по карману такие девайсы, опытный музыкант Аркадий Соколов на своем мастер-классе поделился секретами использования простых устройств. Кто-то гонится за новыми девайсами, которые только вышли, мощнее, красивее, камеры, там, их там 20 штук. Но не обязательно это делать. В принципе, работают для музыки и могут приносить пользу достаточно старые девайсы, которые можно купить там за 1000 рублей, за 2 там. В отдельном зале тренировался известный не только в Карелии, но и по всей России диджей Вуван. Он совмещает отрывки акапеллы, записанные на винил, с хип-хоп-треками с компьютера. Куда вы свое творчество деваете? То есть где вы выступаете? И делаете ли вы отдельно, допустим, для интернета музыку, куда-то для зрителей? Нет, честно говоря, для меня никогда не было такой цели. Я скорее отношусь к этому как к хобби, к творчеству, увлечению. Но я думаю, скоро будет немножко по-другому. А сложно зарабатывать вообще этим? Пока что не особо. Заниматься электронной музыкой можно в коммерческих целях и дома в свое удовольствие. Благодаря развитию технологий попробовать себя в современном жанре может каждый, а форум Karelia Music Geeks в этом помогает. Николай Соболев, Владислав Петров, служба новостей.